9 марта 2018 года, 19:51. Футбол, Испания. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан вступился за форварда Карима Бензема, который часто подвергается критике со стороны болельщиков и СМИ. «Карим не должен останавливаться, потому что мы знаем, чего он достиг за 9 лет в «Реале». Я действительно люблю его как футболиста, он делает очень много для нашей команды, а голы придут. Бензема нравится всем, кто любит футбол», цитирует Зидана «El Mundo». В этом сезоне Бензема принял участие в 32 матчах, забив 8 голов и отдав 8 результативных передач. Зидан доволен жестом Роналду. Бензема заслужил гол. Источник «El Mundo» сообщить об ошибке. Комментарии 0, 10 марта 2018 года, 9 марта 2018 года.